Здравствуйте, подписчики Киреевск Лайф. Мы сегодня в гостях у Игоря Савинова, ваш ведущий Варка. Я хотел предоставить слово Игорьку, чтобы киреевчане увидели и услышали, что сделать хочет Игорь. Итак, встречайте, Игорь Савинов. Добрый вечер, дорогие земляки. Ну что, второй год вот мы уже строим. Наш такой досуговый центр. Называться он будет «Вертикаль», коммерческая организация. Ну, хотели бы здесь видеть, чтобы людей творческих, детей, инвалидов, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, с ограниченными способностями. Тут для них все тут делаем, там и пандусы, и тренажерный залчик будет у нас. Вот. Ну и хотелось бы тут, чтобы все себя нашли люди творческие, спортивные, и было, чтобы тут всем интересно, людям по всем интересам. Так что ждем всех гостей. Вот. Думаем, что в ближайшее время откроемся. Ну и будет, я думаю, что хорошее место. Спасибо. Большое спасибо, Игорь. Но продолжение следует. Я постараюсь осветить этот вопрос. Подписывайтесь на канал.